Всем хай, с вами Diamond Sky. В сегодняшнем видеоролике мы откроем боксики на 1300 серебра. Всем хай, с вами Ухай Токс. Ну и давайте, наверное, начнем с бесплатного кассика в виде рекламы. Может быть, что-нибудь выпадет. Я уже открыл более сотни, 100% таких боксов. И не выпал до сих пор Байнет. Надеюсь, что сейчас он нам выпадет сразу же с первого же кейсика. А если нет? То ты мне будешь должен 100 рублей. А если он мне выпадет, то я тебе его солью за 0.03. Но есть одно но. Я не играю в говно. Так, все, поехали. Открываем. Говно. Ожидаемо. Так, давай забираем скары и давай, наверное, начнем. С какого кейса-то начнем? Вот-вот. Да, то есть то, что надо. Кстати, кому интересно, во ивент. Ой, слабо. Ну и давайте. Ой, я нечаянно сюда зашел. Давайте, наверное, начнем с игл коллекции. Будем по очереди открывать. Ой, игл, ты дурак. И на самом деле с этого кейса мне охота вот такой вот игл. А, мой брат, он самый последний. Ладно. Серенькую нравится. Нет, не надо серенькую. Тут отсюда. Все, сразу применяем. У меня скоро как раз таки нету статрековского. Фух, и давай теперь ты выбирай любой бокс. Я стараюсь, но я антисептик в руки помажу. А, как так-то? Не знаю, вот. Ой, боже мой. Ну, бывает. Ладно. Зверь меня. Тогда я за тебя открою, выбери бокс. Бесплатно. Инфинити. Ладно же. Ой. Давай, скул. Новая скул коллекция. Да. Давайте опять же на вот этот говно покрутим. На самом деле я калаш хочу. А я хочу что-нибудь серенькое. Да ты заманал, что-то серенького, что-то вот красивое. Ну вот кольт, если только. Да, вот кольт нормальный, да, я хотел бы такой статрек. И барабанная дробь. Ну не статрек, хотя бы. А, да, хотя бы, да, нормально, ладно, вот. Применяем. Давай сейчас я песню врублю для кого-то. Не надо песню, я это... Надо. Точно? Да. Ладно, я пока что открою вот такой вот боксик. Поехали, открываем. И что нам выпадет из него интересно знать? О, кусик кама, статрек. Ай, ой, точно, это ж вам не стендов. Ладно, обычный акусик. Ну, на самом деле, пойдет, применяем. Остается еще косарь. Целый косарь монет. И давайте откроем Шоль NBH Collection. И посмотрим, с какого кейса нам больше... Ой, бокса нам больше всего повезло. И нам выпадает юзишка Кама. Боже мой, говно выпало. Ладно. Ну и давайте, наверное, открывать Eagle Collection, потому что нам что-то отсюда повезло больше всего, честно говоря. И нам выпадает НКП-300. НКП-30, Кама, применяем. Давайте открываем следующий бокс. Блин, на самом деле боксы очень сильно окупают. Серьезно! Почти что, ладно, почти что. С боксов очень много что падает дельного. Кстати, красивый скин. И буду надеяться, что сейчас нам еще больше повезет с NBH Collection. Давай, рарочка. Сюда, рарочку. Кстати, рарочка, она... Не такая же красивая, чем прошлая. Ну ладно, давайте, раз уж редкая, чтобы хвастаться, о, какая красивая. Давайте открываем следующий NBH Collection. Остается еще 5 боксиков. Ну а аккаунтик, кстати, эпик, что? Что? Эпический аграмм 2000. Применяем. 100% применяем. Это что такое? Почему нам с NBH Collection так везет? Алло, гараж. Что, Лего? Лего, остановись. Ай, ладно, окей. Попытка не пытка, так сказать. Ну ладно, сойдет. Сойдет, окей. Кстати, нам выпала самая дорогая. Получается, самый дорогой скин. Получается. На анкамонку. Точнее, на необычные, как называется, в игре. Давай, следующий открываем. И эпик, серьезно? Серьезно? Пожалуйста. Нам падает говно. Ладно, окей. Остается еще 3 боксика. Сложно. Очень сложно. Серьезно, давайте, наверное, пробустим.
на вот такой вот скинчик, на вот такой вот скинчик. Остается 4 боксика. Буст на кольта. На кольта? Да. Скул открывай. Вот, кольт. Опа, опа, опа. Ты чё? Ну на кольта же ты сам сказал. На скин кольта. Ну это и был скин кольта. Ну чё, вот чё ты... Вот мне везло, вот, а вот сейчас мне не везёт. Давай, на кольта тебе какой-нибудь. А я только забрал старт-спойл. Боже мой. Ладно, нам остается последний боксик. Давайте последний боксик потратим. А как же кейсик? Да, кейсик сейчас откроем. Вот. Ты стал кейсик будем открывать. Боксы. Меня обманули. И давайте, шо ли, мы NBH Collection открыли до хрена. Eagle открыли до хрена. Скулу. Вот и мы Infinity еще не открыли. Ну, более одного раза. Давай. Давайте пропустим на этот пик. У меня это есть, кстати. А, да? Да. Ни хрена себе, ты везунчик. Ну и давайте на удачу хотя бы, что ли, какой скинчик мне вот нужен? Это мой самый первый скинчик вроде. Блин, ну ладно, давайте открываем. Карабон, карабон. Вочканду. Говно. Ну и в итоге, давайте подведем итоги. Нам выпало, получается, одна анкаманка. До хрена камонок. Один лишь сатрек. Один эпик. Сколько, кстати, он стоит? Давайте посмотрим. Найти на рынке. И 11-13 голды. Шикарно. И выбили еще одну рарку. На самом деле, я доволен открытием. Мы залутали около 10, наверное, голды за 13 боксов. И это очень круто. Ну а на этом я буду потихоньку заканчивать. С вами был Diamond Sky. Какой-то не-не чел. Всем удачи и всем пока. Супер мега культя открываю.